Здравствуйте, рад вас всех видеть. Это наш с вами первый классный час на дистанционном обучении. Сегодня наш классный час будет с вами посвящен именно дистанционному обучению. Я хочу, чтобы вы рассказали свои впечатления о дистанционном обучении. Вот, какие, что вам нравится в дистанционном обучении, что вам не нравится. Что бы вы хотели, не знаю, какие трудности вы испытываете или не испытываете? Пожалуйста, кто хочет первый высказаться, да? Один высказывается, кто-то, все другие микрофоны выключают, да? Давай, Жора, давай. То есть у тебя на данный момент технически больше проблемы возникают, нежели какие-то другие, да? А в целом все остальное, вот как задание выполняешь, вот домашнее, то есть удобно ли это или неудобно? Как вообще усвоение информации учебной хорошо проходит? Удобно на самом деле, потому что это больше времени появляется, чтобы сделать домашку, в таком духе. Хорошо. Thank you.